газификации и при горении всегда выделяется тепловая энергия, которая может быть утилизирована. То есть мы, естественно, при сжигании тех же самых отходов мы можем получать тепловую энергию. И задача состоит именно в том, как получить максимальное количество энергии и минимальное количество токсичных выбросов. Совместно с нашим промышленным партнером «Европрофиль» была создана вот эта установка, которая называется сверходиабатический газификатор. Ее называют то сверходиабатический газификатор, то установка газификации в сверходиабатическом режиме. Это зависит от взгляда на процесс. Можно сказать, что это мусороперерабатывающий комплекс, можно сказать, что это газогенератор. Топливо, в частности, твердые бытовые отходы, просто загружаются в газификатор, в котором они превращаются в горючий газ. Далее этот горючий газ поступает на горелочное устройство, где он сжигается. И далее уже горячие продукты направляются в котел, в котором их тепло утилизируется, можно получать либо горячую воду, либо пар. Такие газификаторы можно устанавливать в местах, удаленных от центрального электроснабжения, от теплоснабжения, и обеспечивать какие-то районы, микрорайоны теплом. Процесс малочувствителен к качеству и к составу топлива, поэтому можно использовать почти любые отходы, в которых есть горючий компонент. Возможно, это отходы древесины, возможно, это отходы угля, которых по стране накоплено немало. Можно организовывать энергоемкие предприятия и использовать тепловую энергию там. Под городом Руза в Подмосковье будет создана первая промышленная установка по технологии газификации в сверходиабатическом режиме. Адиабатический процесс – это процесс, в котором мы не теряем энергию. Просто энергия не успевает потеряться, мы ее всю сохраняем в процессе. А сверхадиабатическим мы называем процесс, в котором энергия от горячих продуктов интенсивно передается исходным реагентам. Таким образом, тепло не уходит из системы, а накапливается. И температура может повышаться до очень больших значений. Если мы не теряем энергию, так мы можем перерабатывать такие материалы, которые другие процессы просто не могут переработать. Например, уголь, в котором всего 10% углерода, не может переработать никто. Он даже в обычном костре гореть почти не будет, его трудно сжечь. А в данном процессе мы можем его сжечь. Установка может перерабатывать самые низкосортные топлива и отходы, в том числе и промышленные отходы. И при этом получать минимальное количество токсичных выбросов, что немаловажно в современных условиях. Процесс организован таким образом, что твердое топливо, это отходы или древесина, или любое другое низкосортное топливо, движется в противоток газообразному окислителю, например, воздуху. В результате этого противотока возникает интенсивный теплообмен между продуктами и исходными реагентами. В результате тепловая энергия не уходит из процесса, а концентрируется в какой-то зоне горения. И таким образом температура может повыситься до очень больших значений, даже для низкокалорийных топлив. Это можно использовать для мусоропереработки в том числе. Ни в одном из известных процессов газификации нет такого теплового баланса, как в этом сверходиабатическом процессе газификации. Технология обладает рядом уникальных особенностей. И одна из важнейших – это рекордно высокий КПД. Переработка низкокалорийного топлива – это особо трудный процесс, обычно требующий больших энергозатрат, трудоемкий, дорогой. А вот если использовать эту технологию, можно достаточно просто перерабатывать очень низкокалорийные вещи и при этом получать достаточно неплохо горючий газ. Отходы есть везде, низкосортные топлива есть везде, и проблема их утилизации стоит. Бразилия и Китай уже заинтересованы в наших разработках. Газогенератор твердых топлив будет полезен во всем мире, в том числе и в странах БРИКС, и в Китае, и в Бразилии, и в Европе, и очень хочется верить, что в России.